Казахстан выразил претензии к производителям молока России и Беларуси. Как считают в Национальной палате предпринимателей, иностранные конкуренты ведут нечестную игру на рынке. Они намеренно занижают цены, утаивают состав молочной продукции и нередко поставляют на отечественные прилавки просроченный товар. За такие нарушения, считают члены палаты, необходимо вводить экономические санкции. Еще одна претензия к представителям торговых сетей. По словам молочников, они создают неравные условия для производителей. Для импортной продукции, которая дешевле на треть, создаются более выгодные условия. Казахстанское же молоко продавать им, по всей видимости, невыгодно. На заседании говорили о том, как исправить эту ситуацию. Содержание одной коровы в Беларуси, которая 4,5 тонны молока дает, значительно ниже, чем содержание двух коров в Казахстане, которая дает такое же количество молока. Отсюда растет себестоимость. Разработана программа «Агробизнес 2020». К 2020 года в Казахстане должно быть построено 20 крупных мегаферм с содержанием скота 1000-1200 коров и 2000 мегаферм по типу семейной фермы. И тогда его себестоимость будет приближена к нашим конкурентам.